Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала, вы на канале Мир растений. Сегодня поговорим о подснежниках. Латинское название этих цветов – галантус. Это многолетнее цветущее растение, предвестник весны. В моем саду галантусы цветут первыми. Это луковичные растения. Луковицы я сажала в конце сентября. Луковички маленькие. В диаметре от 2 до 3 сантиметров, поверхность покрыта чешуйками. Луковицы нужно сажать не рано и не поздно, в зависимости от того региона, в котором вы живете и когда у вас наступает зима. Если посадите луковицы рано, они прорастут, и тогда зимой эта зеленая часть может погибнуть. Если посадите поздно, тогда луковица не успеет укорениться. Поэтому выбирайте оптимальное время для посадки луковичных. Это касается всех луковичных растений. Я не советую покупать весной уже пророщенные готовые галантусы в горшках. Вы высадите их в сад, и не факт, что они приживутся. Они, скорее всего, не приживутся. Луковицы, конечно, сохранятся, но, возможно, они на следующий год еще и не зацветут. Наиболее благоприятно сажать посадочный материал, это луковицы, осенью на глубину около 5 сантиметров. В уходе эти растения не нуждаются, так как они цветут рано, влаги в земле еще достаточно, а сорняков еще как таковых нет. Так что просто остается любоваться этой прелестной нежностью у себя в саду. Подкормить можно, если вы очень этого хотите, чтобы у вас был пышный куст, но не азотными удобрениями, чтобы не развивалась листва, а растения все-таки цвели. В качестве подкормки лучше использовать минеральное удобрение с примесью калия и фосфора. Эти компоненты влияют на образование луковиц и повышают устойчивость к холоду. Многие сорта галантусов растут на одном месте по много лет. Пересаживать рекомендуется только 5-6, один раз в 5-6 лет. Через 6 лет луковица сильно обрастает детками и уже, конечно же, не хватает питательных веществ на всех. И по этой причине достают луковицу, выкапывают и делят. Когда цветки завянут, следом начинают отмирать листья. Не нарушайте этот процесс образования листвы, так как все питательные вещества, которые накопились в листьях, они кочуют обратно в луковицу, чтобы был у луковицы запас для следующего года. Вот такое вот нежное, красивое растение галантус. Я вам очень рекомендую. Оно радует глаз и чувствуется наступление весны. Сажайте, не пожалеете. Тем более практически без ухода. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Наталья. Всего вам доброго и хорошей вам весны.